А вот долгожданное похолодание синоптики прогнозируют уже на этой неделе. Антициклон, который продержался на территории страны рекордно долгое время, начал разрушаться, говорят в гидрометцентре. И уже 19 августа на территории Запорожской области ожидаются дожди с грозами и снижение температуры. Резкого похолодания синоптики не обещают. Воздух будет охлаждаться постепенно. А до пятницы температура будет оставаться довольно высокой, до 35 градусов выше нуля. Гидрометцентр прогнозирует прохождение холодного фронта. Будут наблюдаться кратковременные дожди с грозами. И температура, слава богу, понизится. Ночью мы будем ожидать 18-23, днем 28-33 19 августа, 20-21 августа температура ночная 15-20, дневная 25-30 градусов.